9 мая отмечается не только День Победы. Свой праздник ежегодно встречает велосалон «Евроспорт». Ровно 20 лет назад он открылся под названием «Радуга Спорт». Тогда велосипеды продавались буквально на тротуаре. Сейчас велосалон занимает 3 этажа торгового дома «Радуга», построенного для любителей активного отдыха и профессиональных спортсменов. И благодаря вам, рязанцам, нашему коллективу, благодаря администрации города Рязани, мы сумели построить современный велосалон. Мы сегодня вышли на уровень, когда с нами заключили прямые договора такие заводы, как «Форвард», такие заводы калининградские, как «Новотрек». Мы являемся официальным представителем города Рязани. В наличии и под заказ в «Евроспорте» можно найти более 2000 велосипедов. Компания сотрудничает с заводами отечественных и мировых брендов. Если сегодня говорить об этом магазине, о велосалоне, то представлены на 3 этажах велосипеды разных производителей и на разную возрастную категорию. На профессиональных велосипедистов, а также на детей и любителей здорового образа жизни. На 1-м этаже у нас представлены брендовые современные велосипеды. Цокольный этаж – это подростковые. И на 2-м этаже у нас детские и дошкольного возраста. 9 мая в честь юбилея велосалона все покупатели получили хорошие скидки и подарки. Осуществлялась бесплатная отправка спортивного инвентаря в другие регионы. Ведь за счет ценообразования в «Евроспорте» товары разлетаются по всей России. Мы имеем преимущество у конкурентов. Благодаря тому, что мы не платим аренду, благодаря тому, что мы делаем предзаказы и являемся официальным представителем заводов, мы можем теперь поконкурировать во всей России. Консультанты, работающие здесь, сами занимаются спортом, поэтому с легкостью могут подобрать необходимую модель велосипедов, роликов, скейтов, коньков, гироскутеров и самокатов. Самые распространенные в этом году – это самокаты. Даже пенсионеры, не только дети, катаются на самокатах, и это вы можете увидеть в лесопарке, в наших городских парках. Люди понимают, что движение – это жизнь. В день юбилея велосалона сотрудники желают гостям и жителям Рязани меньше сидеть дома, заниматься спортом, в том числе на природе. И хотят еще раз поздравить всех с Днем Победы.